три улицы жилых домов. И здесь люди делятся на два типа. Одни не могут оформить землю в собственность, а вторых продают вместе с участками. Началось все с того, что несколько лет назад половина земель перешла Министерству обороны. Но копать нужно глубже. Еще в начале 60-х годов прошлого века эти земли выдавались под строительство и садоводство по 6 соток на каждый участок. Спустя несколько десятков лет произошло множество перестроек. У кого-то участки стали больше, у кого-то меньше. И сейчас кадастровая карта этого района не совпадает с тем, что на самом деле. Из-за несовпадений военное ведомство и отказывается подписывать документы для приватизации земель в собственность. Людей то ли вводят в заблуждение, то ли такое отношение. То есть они говорят, вы поставите на кадастровый учет 6 соток, что мной было сделано юристом, без определения границ участка. Ко мне приехало управление Росреестра, надзор за землей, землепользование. У вас по документам числится в кадастровой палате 6 соток. Дайте-ка мы измерим. Измерили участок, у вас 12 соток. Огромные стопки бумаг, судебных решений и отписок делу не помогают. Как рассказывает Вадим, устал последние 10 лет работать на штрафы и на поиск решения этой проблемы. Помощи и консультации никто не дает. И он не единственный, кто столкнулся с такой бедой, а незнание законов никого от ответственности не освобождает. По закону Забайкальского края, каждый гражданин, достигший 18 лет, он имеет право на получение бесплатного участка под строительство. Да? А у меня его забирают, просто-напросто. У меня забирают огород. Отнимают? Да. Еще и штрафы, говоришь, выписывают? Да, еще и штрафы. Единственный выход из такой ситуации – это привести размеры участков в соответствии с кадастровой картой. И пока одни пытаются решить проблемы с приватизацией, других продают вместе с землей, которая принадлежит городу. У Виталия Юдина в 2013 году сгорел дом. Остатки разобрали и начали копить деньги на строительство нового. Но, как оказалось, земля принадлежит уже совершенно другим людям, хотя регистрация по этому месту жительства в паспорте имеется у всей семьи. Сейчас получилось, пришли ко мне люди, сказали, что мы эту, вот ваш именно участок, мы его купили. Показали мне документы. Я говорю, как вы его могли купить, когда у меня семья там прописана? Домовая книга. Да. Свое время. У меня домовая книга, все на него, на этот участок. И это не единственный случай. Еще один участок, как оказалось, перестал принадлежать целому поколению. Владимир родился и вырос на этой земле, воспитал детей и внуков. Но у семьи Пожидаевых тоже сгорел дом. Картина та же. Очистили участок и готовились к строительству. У меня имеется домовая книга, я прописан здесь, сын прописан, дочка у меня вот только год назад как выписалась. Но на каком основании? Зашел в департамент, когда департамент сказал, прописка – это не документ для нас. Я говорю, а что для вас тогда документ? Я на этом участке 62-го года и по 2004 год, как он сгорел у меня, дом. Но я садил картошку, все, ухаживал за ним. Потерять кусок земли, на котором прожил большую часть жизни, обидно, но регистрация в паспорте не дает права на собственность этих участков. Некоторые люди, особенно пожилые, не понимают всех тонкостей сложных российских законов. Вот и приходится им бегать и доказывать свою правоту, которой может и не быть. Первое, что нужно разобраться, из-за чего это произошло. Каким образом это можно разобраться? Это нужно запросить муниципалитет о основаниях, о правовых основаниях реализации собственность участков, которые были в аренде у данных граждан. Нужно с этим разбираться. Возможной причиной могло быть то, что эти участки не использовались по назначению, простояли, допустим, более 3 лет в запущенном состоянии. В таком случае у арендодателя имеется законное право изъять эти участки из аренды. Не платились, например, арендные платежи, тоже это основание. То есть изъять эти участки. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗапТВ.